Итак, ну что же, уважаемый саунд-продюсер, я надеюсь, ты уже сделал эти барабаны. Если еще не сделал, то сделай обязательно. Если уже все сделал, огромный тебе респект, и мы идем дальше. Дальше нам нужно создать движуху, сделаем мы ее хэтами. То есть такими такими звуками. Причем тремя такими хэтами. Просто давайте добавим три трека. Три стерео. Окей. Файл, импорт. Я тут добавил просто три коротких хэта разных. Вот, давайте выделим их три. Открыть. Копировать нашу рабочую папку. И different tracks, то есть разместить на разных дорожках. Окей, вот они стоят. И что мы делаем теперь? Нам нужно эти хэты расставить по сетке так, чтобы мы даже сами вообще ничего не понимали, что происходит. Давайте покажу. Допустим, так, так, там, парочку вместе, потом там через какой-то промежуток, там парочку еще там вместе. Во. Потом между вот этими где-то располагаем другой хэт. Вообще так, чтобы причем реально даже самому не было понятно, что вообще происходит. То есть в любой последовательности. То есть если вы ничего не будете понимать вообще, что с этим хэтом происходит, у вас получится крутой дабстеп. Так вот, и вот этим вот заполняем пространство ровно 16-е, то есть где у нас еще не хватает. Вот здесь, вот здесь. Вот здесь, вот здесь. Тут, тут. Все. Послушаем. У нас они должны ровно цикать 16-ми. Прям цик-цик-цик-цик-цик. Окей, они, конечно, очень громко. Давайте сделаем их там минус 5, там минус 5 или 6. Вот, теперь давайте один оставим по центру, а этот мы сместим немножко влево, а этот сместим немножко вправо. Окей, и теперь мы отрежем им всякие лишние частоты, оставим только верхние. Допустим, у этого мы отрежем, который по центру, там, посильнее. Вот, чтобы прям чуть-чуть осталось. Чуть ли не вот так вот, допустим. Вот так вот. Возьмем второй звук. Ему отрежем, допустим, не так сильно. Не так, чтобы, типа, какое-то разнообразие, типа, есть. Допустим, там, 1000 до 5. Вот, а это мы, допустим, отрежем там 1000 до 3. Вот такое вот легкое сумасшествие мы тут и создаем. Причем вот это, наверное, его надо бы посильнее, конечно, отрезать ему побольше. Вот, причем тут может быть, допустим, у нас вот этого очень мало. По сравнению с другими можем тут что-нибудь этот убрать, а этот скопировать сюда. И вот здесь вот тоже их много. Вот так вот, поравномернее, скажем так. То есть такой приблизительно кашей такой, они идут вместе. Вот, пожалуй, весь урок. Так что сейчас, пожалуйста, расставь вот эти вот хэты. Вот таким непонятным образом. Просто, чтобы они были... Вот если выключить барабаны, точнее бочку с малым,
чтобы они ровно 16-е все проиграли. Чтобы сыграли каждую 16-ю. То есть, чтобы не было там вот таких вот перерывов. Вот, чтобы ровненько все чесало. И все. Вот такой вот урок, вот такое вот задание. Так что сейчас это сделайте. Увидимся с вами в следующем видео, где мы уже будем делать вообще нереальное сумасшествие. Оно ни с чем не сравнимое вот с этим. Все, с вами был Сергей Маринкин. Сейчас сделайте хэты, чтобы у вас было два такта вот такого вот рисунка. И все. И увидимся с вами в следующем видео. Приступаем.